кстати, с сайтом 12-го, на прошлой неделе произошла проблема, там пропали все картинки, в связи с этим пришлось обращаться к хостерам, и они восстанавливали сайт из бэкапа, и, видимо, ну, не все до конца как-то восстановилось, потому что появилась проблема, которой раньше не было. Если залогиниться и перейти на чекаут, отсутствует возможность выбрать saved credit card, только PayPal. И вторая проблема, но она была раньше. Значит, если мы вылогинимся, добавляем товар в корзину. И значит, штат уже выбран. Тут должно быть пустое поле, и значит, по умолчанию должно быть присылать. Вот так вот. А тут, кстати, я заметила, значит, пропала возможность save. Сохранять кредитную карту. А, тут не залогинил. Ну, в общем, вот эти две проблемы нужно.